Всем доброе утро, ребят. После вчерашнего стримчика, надеюсь, они у вас, оно у вас доброе, все нормально выспались, кто смотрел. В общем, что у нас сегодня? У нас сегодня есть новости, опять же, с английского Фейсбука. Добавили третью картинку, сейчас я вам ее покажу. Вот так вот она выглядит. И сейчас прочитаю комментарии. The Endless Monsters are too much for the Drake. Очень много монстров, и капитан Дрейк не может с ними справиться. Они нападают. А кто-то идет, и похоже будет помощь. Ну, в общем, как-то так оно переводится. Не знаю, кто-то идет, это, скорее всего, огромное количество доната, потому что все мы прекрасно знаем, что все локации это HGG, и они заточены под донат. Без доната там ни хрена толком не сделаешь. Ну, в общем, посмотрим. Вот так вот, такая вот новость. Как видите, монстров становится все больше, то есть это больше похоже на какой-то призыв монстров. Типа, где можно будет бесконечно проходить, чем дальше пройдешь, ну что-то типа такого. Но следующая, третья картинка, она улыбает. Она похожа на то, что реально будет... Надо очень много доната, и только донат здесь поможет. В общем, посмотрим. Так, окей, поехали, посмотрим, что у нас на выходных сегодня по рынкам интересного есть. Коллекционер... О, нифига себе, посмотрите, какой коллекционер Некроса можно получить. Ну, правда, это не настолько уже актуально. За Сурика скин и плюхи. Ну, вот это вот неплохо, это неплохо, я вам скажу. Реально крутой коллекционер. Посмотрим, что будет дальше. Такс. О, нифига себе, наконец-то они добавили снайки сюда. Ну, ничего себе. Ну, красавчики. Добавили, наконец-то, печеньки. Саморазрушение. Ну, в принципе, неплохо. Тихое укрытие. Добавили камешки. Не, они были вроде. Ну, такое. Ну, стайки хоть добавили. Правда, никто уже в эту хрень не донатит. Так, карточка. Понятно. Так, островок. Ну, островок по-любому не меняли. Он, скорее всего, обновление уже поменяется. Никаких изменений нет. Winter Gift. Ну, донатные куча всего. Супер подснэк 2500. Для прокачки рун 25. 10-я Blade Dance. Brave Croc 500. Castle of the Chest 5 500. Spawn Agent 2000. В общем, короче, куча всего за 100 баксов. Frenzy Паки. Catchy Price. Хватайка. Такс. Ну, хватайка такая же вроде, как и была в прошлый раз. Если вам повезет словить 30 токенов, то это, конечно, неплохо. Шансы есть у всех, но... Падает довольно-таки хорошо. Кому как. В общем, 50 на 50. Clashers Days... Я сюда уже не помню. Лайты всякие. Ну, я в это даже не играю. Мне неинтересно. Blossom, Buy. Ну, так вроде больше ничего нет. Идем посмотрим рынок. Что у нас на выходных? Accumulation Pack есть. Скины. Ну, такое. Такое Accumulation, честно скажу. Вот до 3000 еще более-менее нормально. Здесь пальца, здесь снеки. Остальное такое себе. Неинтересно. Так, здесь за покупки. Вот Frenzy Паки пошли. Мишаня 320. Бардики. Некрос. Камешки. Большие паки Мэри. Зефир за 50 уже как минимум. Точнее, как максимум. Роза, дуэлянт. Окей, поехали посмотрим, что у нас есть интересного на русском сервере. У меня
Разошлось окошко с этим. Такс, поехали. А, блин, я с картинкой вам показываю. Сори, ребят. Ну, надеюсь, вам там все было видно. Так, убираем картинку. Поехали дальше. Что-то я так и не убрал ее. Зато больше узнаете информации об обнове. Поехали на русский сервер. Посмотрим, что у нас на русском интересного есть. Так, русский сервер, чем ты нас порадуешь? Пользовательская сополитика, пожалуйста. Конечно. Соглашайся, не соглашайся, все равно ты будешь неправ. Так, субботний набор. Интересно, набор одного самоцвета, нифига себе. А русский сервер прям сегодня в ударе. Не забывайте, накопление. Временные акции. Техника нету. Да запарили вы. Мне нельзя хотя бы добавить каждую неделю. Не каждых две. Короче, такое себе. Я на русском сервере не особо акции смотрю. Но плюхи халявные, как видите, есть. Ничего себе. У нас тут... На чем это аккаунте? Я на своем аккаунте. Я забор просто увидел, думаю, на чем это аккаунте. У меня Agile здесь не пройдено еще. Так, временные акции. Субботник. 1 плюс 1. В принципе, неплохо. Разбей яйца, большая, подарки тут, сокровищница, небольшого замка. Бонус, бонус. Настолка, нифига себе. Посмотрите, сколько всего на русском. Прям мега-мега вау. Спасибо, IGG, спасибо за один пазлик. Конечно, я возьму ПБшку. Великий тенгу. Вот так вот. Так, с этим понятно, поехали глянем. Тайвань немку еще. Что у нас там творится? Интересного. Ну, как видите, ожидается все-таки, скорее всего, новая локация. И это печально. Почему печально? Потому что они не реанимируют старые, не добавляют новые. По сути, игра засырается. Вот здесь такой вот набор за один сам. Ну, в принципе, неплохо. Такс. Это за 300 самов можно увеличить, получить нормальные плюхи. Тинь-тинь-тинь-тинь. Вот так больше вроде ничего я не вижу. Было. Накопление. О, ну это вот хоть какое-то интересное накопление, реально. Посмотрите, какие плюхи вы получаете. Зефира. Купили одного героя, получили зефира на халяву, получили 40к, ребят. Это действительно накопление, которое реально очень крутое. Да, красавчики. Тут бесспорно интересное накопление. Мэри за покот купили. Мэри получили зефира в догонку. Вообще круто. Без кучи знаков. Так, что у нас здесь есть? Тут куча всего. Куча разных плюх. Пират. Пирата они здесь не меняют. Он всегда стабильный. Ну и остров, где реально, как видите, можно вытащить. В прошлый раз я тут вытащил 2 зефира. И сегодня вытащил. Можно хоть что-то собрать по сравнению с другими. Реально здесь самый крутой. А сегодня поехали на Невку. Еще глянем. Что у нас интересного на немке есть? Ну, в общем, так неплохо. Накопление на Тайване, конечно, классное. Ты ничего не скажешь. Так, ну а тут супер снеки полным ходом раздают. Тут тоже реально классная тема. Можно нормально затариться.
Ну, я надеюсь, на английском скоро добавят. Мы на английском потратим немножко самоцветов. Такс. Коллекционер. Ну, коллекционер тоже довольно-таки неплохой. Ого, нифига себе. Это как? А, это у меня вчера, наверное, была попытка еще. Я не все забрал. Наверное, скорее всего, две попытки, одну бонусную дали. Но что-то да. Потому что я думаю, что за фигня, две попытки. Так, заходим сюда, смотрим, что у нас тут. Пятый день пошел. А так вроде все тоже осталось. В общем, вот так вот, ребятушки. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.